Так, поехали. Панель управления NVIDIA. Заходим в параметры 3D, 3D, управление параметрами 3D. Глобальные параметры есть и программные настройки. Отдельно каждой игры можно настраивать. Соответственно, делаем глобальные настройки. Чтобы не тормозил КС, соответственно, делаем анизотропку, выключаем, вертикально выключаем, фоновое включаем, кэш включаем. Может быть, у кого-то этого и нет. Максимально использовать настройку 3D, предпочтительная частота обновления выше доступна. Слив у вас может быть и не будет. Электропитание. Ей у вас стоит адаптивность, ставим максимальную производительность. Сглаживание выключаем, выключаем, цену выключаем. Ускорение нескольких ставим одна дисплейная производительность. Фильтрацию включаем, высокая производительность. Дальше разрешаем отрицательное. Что-то там, отклонение, блядь, текстур и трилинейная оптимизация. Применяем все это. Дальше заходим в настройки, выбираем свою игру. Выбираем, например, CSGO, да, нам нужен. И здесь они уже стоят, то есть анизотропная фильтрация использует глобальный параметр выключен. Глобальный параметр это вот здесь. Все, что здесь установлено, будет также в каждой игре. Здесь, ну, если вам это не нравится, вы можете именно эту игру подменить на, например, на 2x. Применяете. Здесь стоит 2x только на КС, а в глобальном параметре она выключена. То есть, таким образом можно настроить любую вообще игру. Ну, здесь, например, сейчас я вот так вот это выключаю. Здесь вот меняю. Ну, слей, конечно, может быть, слайва размажет какие-нибудь. Это дает большой прирост производительности. Что в КС важно? Здесь кому как. Разрешение, соответственно, влияет очень на производительность. Сберегающий режим выключаем. Качество теней у меня низкое, все остальное, в принципе, высокое. Фильтрация, ну, я ставлю миллинейную, выключаю все, я оставляю размытие, но мне это как-то попривычнее. Вот, применяем. Что еще? Звук, конечно же. Звук, чтобы слышать больше. Вот, динамики 5.1, конечно, лучше всего. Активация клавиши, все остальное не нужно. Что еще? Ну, мышка. Мышку, конечно, под себя ставите. Параметры игры, все. Также еще в консоли, что я прописываю? RAID. $28 000 и по конфигу что там идет, там должно быть сейл вот это самое главное force preload 1 c interp 0, 1 и все. Заебись, короче.